В Омске сегодня скончался второй пострадавший при взрыве на птицефабрике «Сибирская». Больше недели врачи боролись за жизнь 58-летнего оператора очистительных систем. Напомню, трагедия произошла 7 ноября. В тот день произошел взрыв на канализационно-насосной станции. Один рабочий погиб на месте, и вот сегодня скончался второй. По предварительной версии регионального следкома, взорвался скопившийся в помещении метан из-за непотушенной сигареты. Кто-то из шестерых рабочих выбросил окурок.